И всем привет, мои ребята, меня зовут Александр, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Да, эта рубрика мне, если честно, уже самому нравится играть в обычный Майнкрафт, поскольку я успел построить дом, немножечко походить. Нашел я деревню, это очень сильно мне повезло, поскольку там появился еще второй голем. Ну, короче, я нашел одного голема, потом пришлось там переночевать, и там появился еще один голем. Блин, частота кадров очень сильно уменьшилась, ну ладно. Так вот, я построил вот такой вот дом, сделал такие нажимные плиты для того, чтобы быстро выйти. И когда, типа, быстро надо зайти домой, но чтобы зомби не зашли, вот так. И они сами закрываются. Видите? Вот такую штуку сделал. Ну, как бы понятно. Я поразвивался, у меня вот такой вот инвентарь. Пока что тут ничего такого, надо почистить его как-нибудь, но мне лень. И моя сегодняшняя цель, задача, ну... Вообще полная задача сделать что-нибудь, это сделать универсальные грядки. Так что, наверное, я покопаю землю. У меня как раз вот эту кирку надо доломать, а то у меня золотая кирка... Ой, блин, кирка, конечно, кирка. Это, блин, лопата, забыл. Ну, вот это вещи, которые я просто оставил. И мне нужно сделать одно ведро. Так. Блин, не туда зашел. Вот уже память не хватает, поэтому я, когда вот сделаю уже сами грядки, включусь. Ох, совсем уже устал. Я аж ногу лежал. Осталось только теперь добавить воды. Ой, так это все залил. Осталось все это вспахать. И за всеми нами сходить. Она уходит у меня там в сундуке, так что совсем интересно. А вот и семена. Тут у меня... А это зачем мне эти какао-бобы? Нет. Семена свеклы будем больше ходить. Семена вот эти обычные. И семена тыквы. Картошечку посадить. Пошла. Картошечка. Да, ну, да. Ну, вроде как все вот так вот спахалось. Осталось только посадить. А для засады мне нужно вот эти семена. Так, картошечку называем. Ну, сюда вот тыковки. Тик-тик. Ой, неправильно поставил. Они не выпадают? Ну тогда зачем мне тыква? Так, теперь свеклу. Вот. Ладно, сейчас... Ребят, знаете, что я вспомнил? Наверное, кто-то из вас смотрит такого интересного блогера, которого зовут Зололошка. Или Рома. Короче, он снимает сейчас такой... одну из сериалов, «Идеальный мир», но у него есть мод «Нарад». А вот на Майнкрафт Бэтлик такого мода нет. Хотелось бы. Очень сильно. Ладно, до конца досажу, а потом покажу. Ну вот, что я смог все время засадить. Ну, потому что больше семян нету. Как это бы странно не было, их вообще нет. Но доставать новые семена как-то не хочется. Она была просто больше взять из деревни, но я теперь не помню, где они. Но тем более я из деревни ушел так далеко, то что это капец. Но у нас хотя бы есть картошечка, это хорошо. Я не белорус, просто картошка жареная, причем вот так. Из Майнкрафта очень сильно выбрал город. Да, нам очень сильно нужно. Наверное, в следующей серии я позову какого-нибудь друга. Основной друг, который появлялся на моем канале, это был Вадим. И все. Вадим один раз появлялся. Да, только он появлялся, то есть со мной больше никто не записывал. Ну, можно, конечно, позвать некоторых новых личностей, но это вряд ли. Хотя, возможно, то, что в следующей серии реально появится новая личность, но я не расскажу, кто это будет. Ладно, всем пока, ребята. И не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Не будет никаких ссылок, поскольку я просто сейчас записываю обычный видос, так что пока.